Что это там внизу? Что-то есть. Можно причалить здесь.
Смотрите, кто пришел. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку. На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Мне наплевать. Я ему так не скажу. Тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнует печаль кольца? Он говорит не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Слева!
Брат, сзади! Тебе стреляют в спину! Сзади! За мной. Уже иду. Заткни ты это кольцо. А как заткнуть? Сын, сюда. Слушай. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. И, бродяга, приготовься.
Мертвый душеед. Откуда тут вообще душеед? Почему твоя вина? Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Говорит, сундук связан с ловушкой. Не вижу ловушек. А он вот уверен... Мастерская вон там. Знаю, нельзя доверять вообще. Ugh!
сын? Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Пойди сюда. Ладно. Кто это написал? Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Поговорим с Синим. Вы нашли молот? Вот, молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А ничего, перерастет. Ща все устроим. Чтоб не давал ничего глупу моему никчемному братцу, понял меня? Чего тебе, парень? Кто-нибудь еще?
тоже защита. Но зачем испытывать судьбу? Похоже, все в порядке. Брок. Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Как угодно. Вижу что-то внизу.
конечно, долго торчал в глуши, но с чего это мертвые стали воскресать? Нет, воскресить друга — это одно, а тут я не жалуюсь. Но у меня ощущение, что само царство Хель пришло в Мидгард. Фрея сказала, что в мире непокой. Кто-то нарушил равновесие. Это ясно. И главный нарушитель — Один. Даже боюсь думать о том, что он сделал. Возможно, в этом замешаны валькирии. Да, это точно опасная игра. Брок, ты любишь жару? Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю — плевое дело. Ну, если только тебя... Сюда. Ладно. Ого, тут жарко. Но это что, снег? Пепел. Такой бывает от больших пожаров. Весь этот мир — великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди седеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, ясно, Мимир. Сын, здесь еще один. Тут сказано Сур. Огненный великан? О да, собственной персоной. Бьет огненный меч. Легендарное оружие. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Это с какой стороны посмотреть?
Голос! Прямо за поворотом! Ой! Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке.